Чую чора, извы чора, там пошла мыланка, два кочура. Ой, пасюче, заблудила, а шукаюче, заблудилась. Ой, ты, Василько, мій братіку, та й відведи мене додомоньку. У мене папа і мама уроженці станиці Григорівська, за Смоленської, знаєте, де ви, да? А коли укрупняли колхози, 20-тисячники, или было такое, да, его направили сюда председателем колхоза. А жить у нас никого тут же не было, мы тут родились, и брат, и я. Колхоз был вот тут напротив, там, и рядом был кулацкий дом, нам дали там жить. Мы там и жили. А потом приехали, начали тут жить. А присылали сюда бригади, молодые милиционеры, хлопцы, видно, курсанты или что. И поселили именно в этом доме, в Нине. Ну, а мы же были уже в 7 класс ходили, уже барышни были. Мы из 9, наверное, в школу пошли. Ну, школа была, война 45-го, в 47-м она только открылась. Ну да, потому что мы переростки были, и пошли все. И большие, и маленькие. Там и 7, и 8, и 9, и 10 даже учились, а все с первого. И я узнала, что в Нине тут хлопцы, милиционеры, в форме, да все. И мы, девчата, приходили сюда гулять. Они нам давали стрелять. Тут вот этот, сейчас где магазин, тут была большая гора. Мы тут и в мяч гуляли, и катались на санках зимой. И вот они с пистолетов нам давали стрелять. А наши азовские хлопцы, ну, бачать же, що ми більше з цими дружимо. І танцювали вони більше, вальси, фокстроти, все наші там, то польки, то краков'як, то ночки, то що наші. А ці вже такі танцювали. І прийшли до Ніни, вони, я не знаю, і в кімнаті були, ми порозходились домой, а вони зняли в неї калітку і закрили димар. Ага. На тому. Тетя Маруся підпалила пічку, а дим не йде. Повна хата диму. Ну, що ж, це під Рождество все ділилося. Ну, це під Рождество, а наше ділилося. А під Рождество теж творили. Да. Так що ми от це знаємо, що... Ми зачата в святій Росії, переселенец, вот и казаки, что сюда переселялись, он переселенец, не знаю, откуда-то, с Украины или откуда он. И вот он тут, и потом у него было 3 сына, и они тут жили все. И дед, вот мой дед у нас на кладбище так и похоронили. А вот мама говорила, что и моего деда родители тут, но после войны, как пришли, мы там не нашли ни одного бугорка, ни одного креста, все. Попалили. И приблизительно знаю, где бы так. На том месте сейчас похоронены уже у меня мои родственники. А так он, ну, дед Лаврентий был казак вообще. Он одевался по-казацки. У него плетки эти были. Он, ну, батрака ни одного дела, все делала только семья. Ни один человек. Нанимал он, не платил, но чтобы батрак как работал, говорили. Батрак работает бесплатно за то, что его кормят. У него он не держал их таких. Он, ну, конь у него были хорошие вообще. И его, не знаю по какой, мама говорит, я тоже не знаю, его звали колдуном. Ну, так, любитель, хотел увести коня. Говорит, залез, уздечку нашел, зануздал этого коня. Стал выходить, говорит, подхожу, обрыв
Это со слов мамы, так она раз. Обрыв, говорит. Обошел сюда, подхожу, руки протягиваю, иголки впиваются мне в руки. Он ходил, ходил, потом говорит. Дед Лаврентий, знал же, выведи меня вот сюда. Он взял, узечку отходил, его хорошо и вывел. Так он так говорил. Не вздумайте кто-нибудь піти, ви там не, даже і полушки не украдете. І от називали ковдуном. Він, ну, виноділієм, в основному його тут зараз і до сих пор. Тут Ратіївське у нас, тут лісом заросло вже, а були тут. Тут Ратіївське, Мельниківське, Поповівське, Безсмертнівське. Отак і наділи, так і вони до сих пор залишились під таким названням. Це по-азовське, Безсмертнівське, Безсмертне. Ну так, да, Безсмертнівське. А наділи були такі. Запорожці своїм кровом крили. Ой, що ж мене гай ворони. Миланку водили на Новий год, під Новий год. Під старий. А колядували на Рождество. Да. То колядки, а Миланку під старий Новий год наряжали, от, вибирали там дівчинку, наряжали, віночки, все, ходили по дворам. Пустіть коляду, Миланку в ад. Подожди, я дорожка. Пустіть Миланку в ад, пускають нас. Ну, не там, що нам дають, там, ну, що там, послю, особливо після війни, що там, хто... Ну, пряники пекли да, з меда і з тростникового. Да, или якого-нибудь калачики, що-нибудь там такое. І ходили по всій станиці. Ну, спой хоч таку. Миланка ходила. Миланка ходила, Васильки носила, Василько, мій батько, пусти мене в хату. Я жито не жала, я лати крест держала, золоту кадільницю. Кадітеся, люди, да от вас Господь буде. Добрий вечір. Добрий вечір. А хозяевам на здоровье. Не, что-то, что, як ще, что. А нам калач дайте. Ага. Богу свечку ставьте, а нам калач дайте. А это сейчас. А сейчас и мы, и наши дети еще. Козу наряжали, мы ланку ходили по станице. Вот к ней тут Зоя у нас была, так, козочка там. Они это ходили, поздравляли, а им там раньше что ж было, а потом, что уже взросли, а бутылочка с обочицушки, сейчас самогоночки там, еще что-нибудь дадут. Это было закон. Моя дочка тоже участвовала всегда, там самая старшая, она Зоя, одноклассница, на месяц Зоя старше за ней. Ой, закувала, дай на тополі.
поселение греческое было. Угу. Вот если Виктория мне вернет фотографию, я могу дать фотографию, где был грек плантатор, и его работали там все. Мама, я же говорю, у меня была активистка, и она там сфотографирована, я уже многим давала эту фотографию. Мама работала у грека. Моя мама работала у грека. Да. А как с ними вы общались? Дружили, ой, да? Ну, дружили. У нас очень много наших. Ходили в гости. Кубанских, они русские знали хорошо. Кубанских повыходили замуж за греков. Ну, то есть браки были? Да, да, браки, да, очень много было. И вот сейчас, где старые поселения греческие были, сейчас вот называется у нас Сакли, там у нас продают землю сейчас, вот под постройку. Наши вот казаки понабирали, у меня, например, 6 казаков в семье, ребята, и понабирали там землю себе. Так что уже возвращается. А греки, они потом как бы депортировали? А греки, вот да, когда их уже, в каком же году их выселили, уже мы взрослые были. Наверное, в 47-м, 40-м. Ну, уже после войны. После войны, да, уже, да. Тогда их повысылали, но все равно многие повозвращались сюда. Да. У нас было это заведено, если не свадьба, значит, все малолетки под окном и ждут, когда там нам что-нибудь выйдет. Обязательно надо глазеть, как там невесту одевают, как ее там гуляют, эту свадьбу. Mm-hmm. Эта толпа у каждого окна была. Часто свадьбы были? Конечно. Ну, тогда, видишь, свадьбы гуляли, вот говорят, в загоне. Уже свадьбу нельзя гулять. Да, да. Пост все. Да, уже другое гуляло. Я, например, вот замуж выходила, когда зарегистрировалась, 2 марта. А свадьбу гуляла 1 мая. Кубань большая очень территория, которая в культурном отношении делится на две части. Это Черноморье и Линия. То есть это огромные территории все. Они отличаются друг от друга только разным соотношением русских и украинских элементов в культуре. Здесь трудно что-то выделить. И все-таки эта территория, она связана так или иначе с казачеством. Как этносоциальная группа особо. И как бы рассматривать какую-то традицию вне связи именно с казачьим прошлым, ну, было бы, наверное, неправильно. Но вот если мы тогда берем Кубань, мы тогда ее должны делить на Черноморию, на Линию. Вот. И с какой-то долей условности на Закубанье. Потому что Закубанье – это тоже понятие растяжимое. Оно колонизировалось в том числе из Черноморья, с Линии. Вот где-то украинских элементов больше в западном Закубани, там Горячий Ключ, Северский район, Крымский район, Абинский, а где-то наоборот великорусские преобладают. Ну все это вот именно, что называется, этот плавильный котел. И поэтому выхватить что-то, вот поделить это все на какие-то части, это очень условно все. Не знаю, кто те люди, которые записывают себя украинцами. Я могу судить только по каким-то своим ощущениям, в общем. Из чего я делал вывод, что это в основном интеллигенция. Вот, для многих это вообще вторичное уже. Как бы, для них там в советское время это вообще не было актуально. А тут они решили себя почувствовать украинцами. И для этого есть основания, потому что у нас пол России люди, имеющие украинские фамилии, там, заканчивающиеся на Ко, на Чук. И поэтому, ну, а если ты в лоб спросишь, ты русский или украинец, тебе какой-нибудь бабушка, которая на балачке говорит, она скажет, я руська. И часто бывает, они такой еще стандартный ответ, а кто знает, кто мы такие, мы перевертни. То есть мы не украинцы, мы не пойми кто вообще. Да, их очень трудно выделить из общекубанской. Вот, ну, вот много переселенцев из Украины живут в кубанских станицах, которые органично вообще влились туда. Ну, у меня были примеры, там бабушка говорит, я там приехала из какой-нибудь там Хмельницкой области,
Я ехала на Кубань, мать мне говорила, вот куда ж ты едешь, как ты там среди кацапов будешь жить. А я тут приехала, а тут все украинцы. Мне тут так, как у себя дома, мне тут понравилось. Вот. Но тогда нам надо, опять же, это все зависит от ракурса, как посмотреть. Еще надо учитывать то, что подавляющее большинство населения этого себя украинцами не считают. Казачья тема мне близка, потому что я на Кубани родилась. И когда узнала об этой хате года 3, наверное, назад, мне одна знакомая посоветовала посетить этот объект. Но, как всегда, нет времени, какие-то другие заботы. И потом неожиданно увидела, что объявление продается эта хата. Но я решила, надо срочно, пока она не стала чьим-то таким дачным участком, посмотреть на эту хату. Ну и действительно, когда я приехала, познакомилась с хозяевами Кузнецовыми, то они рассказали, что вот у них появились в жизни другие какие-то проекты, а этот надо продавать, но они расстроены тем, что, в общем-то, мало кто хочет продолжать это как музейное дело, чтобы вот именно как культурно-образовательный комплекс какой-то был, о котором они мечтали. Ну и так как я уже много повидала всяких музеев, да, казачьих хат, атамани и так далее, в общем-то, мне довольно-таки понятна была ценность этой хаты. И хотелось действительно ее сохранить, тем более о реставрации этой хаты. Борис Кузнецов снял замечательный там канал, есть хата атамана, можно посмотреть, да, в Ютубе. Да. То есть действительно там рассказывается, как по традиционным способам реставрировалась эта хата. И понимаешь значимость этого места. Мне нравятся слова Маршака в этом плане. Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье. Вот этот дом, нам прослуживший век, почти умеет пользоваться речью. То есть действительно, куда, в какой уголок не глянешь, то понимаешь, как люди жили, как они переживали какие-то трудности, или наоборот, как они вот искусно выходили из разных трудных ситуаций, да, как они заботились о своем жилье, какие у них были радости, как они красиво там шили, вышивали, как мужчины красиво косили, да, вот делали какие замечательные деревянные вещи, вот стоит на наши окна глянуть, да, которые там, резьба какая замечательная, как старались двери филенками украсить, то есть чтобы они тоже какую-то необычность из себя представляли. Вот, поэтому хотелось, чтобы это все сохранялось, ведь кровь не водится, знать наши корни всем пригодится. Вот такое вот уже словосочетание возникает, и поэтому решили, в общем-то, бросить имеющиеся средства на то, чтобы приобрести вот эту хату. А с Ниной, Нина тут и жила, вот это Кочубей. Отец, у нее дедушка был, первый атаман, наверное, тут, в Азовке. А потом и отец был, они жили хорошо, зажиточно, никуда не уехали. Отец тоже погиб без вести, как и мой. И мы дружили с нею. И кумовья были, и дружили, и замуж я ей отдавала, будь свидетелем была в ней глубинку. А потом она уехала. А была активистка такая, у нас что, была секретарь комсомольской организации. Это хата Азовского казачьего войска, можно сказать, потомков, да, которые самые последние в 1864 году влились в состав Кубанского казачьего войска. В связи с этим вот хотелось бы вот эту уникальность подчеркнуть, потому что Азовское казачье войско, оно необычно, было образовано только после 1828-29 годов войны с Турцией. И им была выделена земля возле Бердычева и Мариуполя.
И только после долгих лет они уже переехали сюда. Ну, фамилия такая интересная, и если в историю этой фамилии погружаться, то самые первые кочубеи – это еще на службе у литовского правителя Ольгерда они находились. В переводе означает «маленький князь» или «кочевой князь». Но самый известный кочубей был, это, конечно же, при Петре Первом, который был врагом Мазепы. Давняя история. И потом большая часть вот этого большого такого разветвленного клана кочубеев, они находились на службе России. И сейчас мы, даже сейчас мы встречаем очень часто эту фамилию, она у нас в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и на Украине распространена эта фамилия. Два урядника переехали ориентировочно в 1862 по 68 годы. И вот Григорий Кочубей, вот хата, в которой мы сейчас находимся, он как раз таки является потомком одного из урядников. Кого конкретно, это еще нам надо найти в архивах. Конкретно мы еще не можем сказать. Единственное, что мы знаем, что он погиб в 30 лет, в 1921 году, во время гражданской войны. У него осталось 5 малолетних детей и жена. Видно, что это был очень уважаемый атаман, потому что само здание, оно необычно для кубанской обычной хаты. Здесь 10 окон, здесь вот такие высоченные потолки, здесь вот дубовый такой каркас, и потом уже только идет мазанка на основе этого. И мы видим, что этой хате уже больше 100 лет, но сейчас вот этот дубовый каркас очень сложно взять пилой или топором, то есть это уже практически камень. Ну и мы надеемся, что мы найдем профессионалов, которые нас научат ухаживать за таким домом, за такой печкой русской, и попытаемся сохранить, потому что это сейчас тоже довольно сложно найти вот таких вот умельцев. Из потомков мы знаем, вот один из сыновей, его звали Василий, потому что у нас есть документ «Похоронка». В 44-м году его жена получает, Мария, о том, что в 42-м году он погибает в Курской области, защищая нашу родину. Вот. И у него остается две дочки, Валентина и Нина. И вот именно Нина, удалось у нее взять интервью Борису, и она рассказала о тех трагических событиях, которые происходили здесь, вот в этой хате. То есть они уже как бы зафиксированы и о том, как Великую Отечественную войну хата пострадала, как пострадал можжевельник знаменитый, который мы называем «Казарлан». Вот растет возле этой хаты, украшает, освежает воздух возле хаты. В общем-то, придает живость такую этому месту. Сейчас благополучно живут уже внуки, правнуки и самой Нины. Поэтому вот одну ветвь мы знаем, она находится в станице Северская. Что с другими четырьмя детьми, к сожалению, мы не знаем. То есть вот за этот период, куда они разъехались, где они сейчас находятся, ну, это еще предстоит нам. Тем более у нас появились единомышленники, историки. Историки здесь станицы Азовской, Убинской, из Краснодара. Ученые заинтересовались именно историей Азовского казачьего войска, о котором фактически только две книги написаны, воспоминания вот, потомков Азовского казачьего войска. А так надо глубже копать для того, чтобы более предметно рассказать вот историю. Регалии Азовского казачьего войска находятся в музее Фелицина, которыми там высочайшие грамоты, знамена, которые вручались, да, бунчуки.
Берначи, все это находится вот в совокупности регалий кубанского казачьего войска. Борщ, казачий борщ, это борщ. Борщ самый главный, да. Да. То, что вареники, да. Блины. Да. Да. Да, и те, когда резали свиней, это обязательно шкваркой надо было, потом еще даже их укупоривали, и надо, колбасы набрали, колбасы делали. А колбасы домашние, копченые, кровяные? Не, кровяные делали, да? не коптили. И резали. И с мясом же делали, да, тоже. Потроха моешь, солишь, чистишь, а потом не тоненькие такие. Начинили, раньше только пальчиками, а потом уже придумали такой приборчик маленький, ложишь его, раз-раз на толку. А теперь через мясорубку ложишь. Ну да. Весна придет, и снег растает, и на лугу подснежный яд.